И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Димончик, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox, это у нас скорее элеватор. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Ребята, если вы кушаете, пьете, приятного аппетита. Так, что мы тут взяли? Фонарик у меня есть. Посох невидимости. Только голова видно. Конечно, в этом логики никакой нет. О, летучесть. Лучше быстроту выруби, Димас. Быстро убегать будешь. Подожди, четверочка. Опа, смерть. Сейчас будет смерть. Смотри. Быстрота это пружинка? Нет, это давайте красный пончик. Всем присвеч... Ай, блин, чаки! Во, в тему зашел. Никогошеньки. А, вон он загрелся на чувака. Ну все, уходи. Есть, он ушел. Отлично, ребята, продолжаем. О, Бенди, наш любимчик. Обожаю эту карту. Буду здесь сидеть. Здесь он не тронет нас. Все, он пошел атаковать. Ребята, смотрите. Беги. Так, первый ушел, второй. А, это я был, ладно. О, сленд. Во, это мы любим. Очень. Только тут надо, знаешь, как-то так сделать, чтобы он за одним побежал, а мы потом оббежали его. Так, это не трудно. Успеем, не успеем, Димончик, бежим. Эть, я хочу запрыгнуть. Никак, никак. А за кем он? А где он? Не знаю. А он там прятается. Я пробежал! Я ухожу, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Быстрей, быстрей, быстрей! Монетку успею собрать, я выживу по-любому. Ну, кончайся режим! Ха-ха-ха, он сзади бежит! Есть, есть! Во. Я прожил. Это было напряженно. Не выиграл почему? А он тебя убивал уже, да? Не, в этом режиме не убивал. Не, убивал, но в этот раз я выиграл. Понятно. Он был наравне со мной. Мне кажется, он чуть-чуть быстрее, но не догнал. Поздно сагрился. Сынок. О, это чё? О, Бенди, только другая карта. Все, я буду на чернильной машине стоять. Ой, к тебе. Давай, запрыгивай. Он здесь сагрится на меня, не может допрыгнуть, смотри. Ля-ля-ля-ля. Бендюшкин, давай. Ты можешь. Не ходите возле него. А не, смотри, не бояться. Бенди, ну чё ты такой? Я думал, ты допрыгнешь. Как зайчик. Давай, давай. Сильнее, сильнее. О, сейчас допрыгнет. Не. А! Блин. Жесть. Меня он не убил. Повезло тебе, Димончик. Крипер будет сейчас. Криповать нас. А, это вот тот чубзик. Понял. Так, мы на машине. Если что, я спрыгну. Успею. Так, а где он? А я вижу, бежит, бежит, бежит. Бегите. Он на машину будет запрыгивать? Бегите. Не, он не запрыгивает на машину. Я еле убежал. Тихо-тихо, он идет? Я в машину. А, тут еще один в машине. Какого фига? Он меня не трогает. А, я уже мертвый. Как он в машине оказался? Он же на улице был. О, рояльный да. Дух. Вот так можно на него называть. Он меня не убьет сразу, я уверен. Он пойдет в лифт. Ладно, забираю свои слова назад, он меня сразу вальнул. И того чувака тоже убил. Какой дерзкий. Призрак. Оп. Так, он стоит там. У нас места так, нет. Так, так, так. Чем будет делать? Димас подвинулся, прыгай. Да не, нормально. Я тут кровавый. О, я тут побегаю. Я побежал. Ля-ля-ля-ля-ля. Чё сразу на меня? Нельзя было в лифт. Это какой-то вампир. У него кровоточащие руки. Там у него кровь хлещет. Как с фонтана какого-то. Вампир, потому... Я выбегаю на улицу. Опа, он мимо. Ну еще раз меня убил, ладно. Он какой-то дикий, как лев рычит. Так, еще разок. Наверное, не успею уже. Я здесь. Третий раз, но это рекорд. Три раза тебя убил. Да. Маньяки уже не такие, как раньше. Агрессивнее стали. Мне нравится, у чувака котик на плече сидит. Да? Yeah. Да. Прикольно, смотри. Да. По-любому, да, это випку надо? Нет, это не випку, это в магазине в самом купить надо. В самом Рублоксе Димас продается. Сплендер, я пошел мимо него.
Ладно, не успел. Хотя можно было, я уже пробегал. Кошка как не живая. Статуэтка такая. Прикольно, да? Я видел и крылья здесь, и воздушные шарики. Куча всего. Опять Бенди будет. О, Бенди, давайте. Сегодня Бенди зачастил. Что, меня не тронет, надеюсь. Так, он пошел, пошел, пошел. Так. Не веди его сюда, зачем? Я живой. Под стойкой стоит. Под столиком. Ну все, так и пройдем. Все, а Бенди, хорошо. Мы сейчас с ним подружимся. Кто там? О, звонок. Люблю эту карту. Надо на эту штуку попробовать запрыгнуть. О, на колодец сразу. Все, она сюда не придет. Вот она ходит, ходит, ходит. Я вижу, идет. Так, убила чувачка. Стоит, стоит, стоит. Какая-то она дикая, прыгучая. Походу... О! О! Аниматроники, ребята. Самая любимая. Опа, Чика пришла. Блин. Дала хоть бы чуть-чуть шанса дала. Сразу замочила. Так, быстрее, быстрее, быстрее к Чике. Так, мы здесь. Вон Чика ходит. Ходит, ходит. Курочка наша. Она светится в темноте, ты видишь? Вокруг нее белый свет. Так, пришла, пришла. Нет, 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 меня не трогай. Убивай его, убивай. Так, так, так. Убила чувачка, но у него. Уходи. Убила меня, что ли? А, тебя на последней секунде она убила. Блин, представляешь, доли секунды сыграли большую роль. Она такая добрая здесь, даже не скажешь, что она злая. Такая, как улыбается, что ли. О, Шрек. Крикливый этот чувак. Неадекватный Шрек. Так, все, я побежал. Ну, Шрек, ну блин, ну что на меня сразу? Во, у него такой дом прикольный. Да я тоже хочу в него попасть. Я тогда не успел его рассмотреть. Он в подземелье, да, таком находится? Нет, не в подземелье. Так, он пошел, пошел, зеленым светится, обходим. Кушать себе готовит на костре. Прикольненький чувак. Так, монетка, монетка. Есть. Так, я наверх. Фух, хоть не убил. Там перлогу, кстати, не видел, да, еще. Блин, карта не маленькая была. Две карты Шрека есть. Вот это я полежу, отдохну немножко. Устал мой персонаж уже. Только издеваться над ним. О, опять Бенди будет. Вот это Бенди сегодня давит на нас. Смотри, у чувака хвост торчит. Он на динозавра похож. Будем на своем любимом месте. Давай, Бенди. Так, он в лифт пошел. Пошел убивать, крышить всех. Карту осмотреть, пока в лифте там они друг друга убивают. О, Фредди Крюгера я не боюсь, он добрый. Да? Да. Смотри, видишь, за мной бежит? И чё, и ничего, и убил меня просто так. У Фредди Крюгера есть такой домик прикольный, на нем можно прям запрыгнуть. Я хочу в его домик пойти. Не, в дом нельзя, можно только на дом. Монетки пособирай. Он сзади меня! Нет, уходи! Сейчас он подойдет и будет все гореть здесь огнем под его ногами. Он, короче, середину всю убивает вообще полностью. Смотрим, кто не знает, тот погибнет. Да, кто сейчас на середине будет, тот умрет. Опа, а где он? Куда? Во, пришел красавчик. Хочешь проверить? Прыгни на середину, Димон. Не, Димончик, не хочу, я постою просто. Смотри на его глаза, какие они опасные. Вообще жесткий перец. Патрика нет. Есть. Затащили. Знаешь, почему спидер такой злой? Потому что его Падрик разозлил. Чаки сейчас... А, сейчас освещение поменяется, да? И быльц не будет. Сейчас. Да. Вот сейчас у нас быльцы кручат... исчезли, я понял. Я помню, я прожил как-то один раз. Ты динозаврик. Прикольный чувак. Угу. Так я тебе говорил, у него хвост прикольный. Одна рука зеленая, одна обычная. О, сейчас привидение будет. Пианино моторчик, опять? С моторчиком. О, это другое. А это крик. Крик, уходи. А, о. Чувак с бензопилой. Ага. Тут на анабалку. Есть, я на балке стою.
Так, где он? Где? Вон он, пошел. Гасит чувака. Так, где он? Он сюда идет. Нафиг ты его сюда привел? Уводи его. Ой-ой-ой, раскрошил еще одного. Так, меня не трогать. Я живой. У, я тоже живой. Нет, я умер. О, Чаки. Ну, он нас сейчас всех убьет, он слишком имбовый. Чересчур. Может, мне повезет, он сюда не придет. Я буду марионеткой. Уже подожду, пока Чаки уйдет. Не хочу умирать. Этот будет сейчас... Нет. Ой, рубит. Вот это мне нравится, когда рубит постепенно, сразу не убивает. А я бегаю по кругу. Смерть какая-то бешеная. Очень похоже. Неадекватно. Сразу не убьет. Человек. Уходи, не рубай меня. Я затащу. Такой звук прикольный, как будто он тебя так, знаешь, чик-чик-чик-чик-чик ножничками, как будто бумагу режет. Да, разработчикам респектушка. Вроде и режимы простые, но он каждый с душой сделан, продумано все. О, Херобрин. О, Херобрин, это тот, который как свинья крявкает, когда убивает. Да. Так, пошел, Херобрин. Так, первый пошел. У меня сожжет. Уходи, Херобрин. И меня убил тоже. Вот звук. Опа-на. Ой, это что-то новенькое, я такое не помню. Не, мы играли уже на это. Опа, я слышу звук страшный. Страшный. Чаки, уходи. Так, я думал, он не запрыгнет. Ну что он постоянно меня убивает? Опа-на. Пятница 13. О, наконец-то Джейсон. Джейсон Стэтхэм. Так, пошел рубить. Вот в пятницу 13 тут самая большая карта вообще. Да. А, ко мне пришел. Побегать. Я успею? Нет, не успею. Так я думал, я рывок сделаю. Где-то с 3-4 удара убивает. О, люблю эту карту. Это фрик. Я летаю! Блин, я не успел взлететь. Дима, как ты думаешь, что будет? Будет Соник. Соник? А, ну ты прочитал. Я аж удивился, как ты угадал. Давайте, ребята, Соника как раз не было у нас. Опа, пришел. Ты чё крикливый такой? А он кидает скримером аниматроников, слышишь, да? Слышу, ну-ка, чё он так делает? Не позорься, Соник, давай свой скример. Некрасиво копировать. Опа, девчонка убежала. Ага, может, и я успел убежать? Я тоже убежал. Мы, Диманчик, убежали, смотри. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ха-ха, ребята, класс. Он там остался. Да. Есть, ребята, затащили. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и всем пока.